Прекрасное летнее время осталось позади. Славянские школьники хорошо отдохнули, в том числе и на детских дворовых площадках. И вот настало время подвести итоги малых олимпийских игр, в которых участвовали активные юные славянцы. Смотрите наш репортаж об этом событии. Прошедшие каникулы подарили славянской детворе новых друзей, дали им заряд бодрости. Дети изучали новое, открывали в себе неизведанные таланты. И все это зачастую происходило именно на детских дворовых площадках, где можно было пообщаться, поиграть и проявить себя с самой лучшей стороны. Глава Славянска на Кубани Александр Берсенев приветствовал ребят в Северном парке и пожелал им всего самого доброго. Надеюсь, что вы набрали сил, здоровья, подготовились к трудовому году. Это уже начинается ваша непосредственная работа. Для того, чтобы вы набирались знаний. Но тем не менее, я хочу всех вас поздравить. Я думаю, что мы в том же составе и в том же количестве, как и на открытии Олимпийских игр. Я думаю, что все коллективы на месте, да? Никого мы с вами не потеряли, да? Поэтому я хочу, чтобы все-таки вас поздравить с закрытием этих малых Олимпийских игр. Все, от кого это зависит, постарались сделать летний отдых нашей детворы полноценным и запоминающимся. В течение летних месяцев 8 команд участвовали в спортивных соревнованиях, эстафетах, творческих конкурсах и викторинах. За каждый конкурс начислялись баллы, которые заносились в турнирную таблицу. Активным и разнообразным досуг юных славянцев стал благодаря вожатым, которые были рядом, помогали, поддерживали и направляли. Данное лето я решила провести организатором детского досуга на летней площадке Крупская 270. Дети очень позитивные, очень все понравилось. В следующем году планирую вернуться. Лето провел в целом прекрасно. Спасибо большое нашему отделу по делам молодежи и спорта за то, что дали возможность трудоустроиться, дали интересную практику работы с детьми в различных условиях, мероприятиях. Самодеятельные таланты украсили мероприятие своими выступлениями. Небо уронит ночь на ладони, нас не догонят, нас не догонят. Небо уронит ночь на ладони, нас не догонят, нас не догонят, нас не догонят. По результатам творческих конкурсов первое место заняла команда «Феникс». В «Спартакиаде» среди летних дворовых площадок «Малые Олимпийские игры 2023» победила команда «Комета», на втором месте «Капибара», на третьем команда «Позитив». Все отличившиеся команды были отмечены, как и лучшие вожатые. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».